Сегодня к утру пошел сильнейший ливень, и утром резко похолодало. Мы покидаем Комо и едем в сторону Гарда. По дороге сделаем одну интересную остановку. Если путешествуете по озерам, то переезжая от Комо до Гарда, помимо Бергамо можно посетить еще один город с очень красивым историческим центром – Брешия. Двигайся чуть-чуть. А что такое маленькое? На площади есть астрономические часы. В городе несколько площадей, расположенных рядом. Это площадь Павла V. А это старый собор Брешии. И здесь же усыпальница епископов. Удивительный собор.
Гарда после ливня неспокойная, прямо волны.